Не ссоритесь в рамках приличия. Если у вас желание, вот при условии, что как-то организуете, то не надо прийти на это мероприятие. Вы хотите, чтобы мы с соком обливали? Если принесете с собой, если вы заметили сока, нет, так что если с собой не признаваться. Я думаю, что дебатов бояться не нужно. У каждого есть свои взгляды на те или иные проблемы, на те или иные вопросы. Если у кого-то есть иное мнение, то я думаю, это не погибельно для кого-либо. Я думаю, что это нормальный процесс, и я готов к этим дебатам. Сам без проблем. Я никогда не уклонялся ни от каких дискуссий. Наконец-то вы дождались. Но сделать телевидение дееспособным, нормальным, куда имеют доступ все политические силы, где будет, как это можно говорить было бы, как это говорится, мнение, да, это нормальный процесс нашего общества. Надо его поддерживать. Сергей Миронович. Опять же, моя позиция хорошо известна. Я